Всем привет, друзья! Сегодня небольшой анбоксинг двух посылочек из Китая. Вот, одна у нас получается с AliExpress. Вернее, вот это вот с AliExpress получается, это у нас Тинидейл. Пришли они где-то за 30 дней в среднем. Вот, ну, день разницы у них фактически была. Ну, я вот решил сделать такой небольшой анбоксинг. Ну, давайте посмотрим, что ж там в середине. Так, что же это у нас так помято? Ага, друзья, это у нас такая наклейка. Вот, наклейка на холодильник. Может, я как-то так распаковать? Ага. Вот. Такая наклейка. Ух, она и помялась, ребята. Вот такие вот подсолнухи с бабочками. Ну ничего, прикольно. Только вот если бы еще не помята была. А вот видите, тут еще варианты какие есть вообще. Не знаю, будет видно. Нет. Вот они разные там. Ну, как видите, размеры небольшие. Такая маленькая. Ну, на холодильник оно должно быть красиво. Так, ну это такое. Давайте смотрим дальше. Что же у нас там есть? Так. Так, ну вот и все. Так, это у нас... Ага. Друзья, это по женской теме. Это такие... лезвие для бровей, равнять брови. Вот, покажу вам поближе. Вот такая одна лезвие. Чехол такой пластика. Вот. Ну ничего. Я думаю, женщинам это понравится. Так, это у нас такой заварничек для чая. Да. Очень простой, друзья. Очень простой. Походу, это силикон пищевой. Вот. Ну, закрывается тоже, в принципе, удобно. Как бы. Такая клубничка. Ну и прикольно. Силикон такой. Мягенькая. Вот. Вся часть засыпали туда. Зеленый, черный и в стаканчик. Вот, ну что ж, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас тут. Тут что-то тут болтается. Ну, давайте вскроем. Так, неудобно что-то я вот сейчас. Так. Так, что же у нас тут? Тут у нас... очки пришли. На. Симпатичная упаковка. Так. Ага, ребят, это поляризация очки. Вот, с покрытием. Давайте глянем. Вот такие очки. Угу. Прикольно. Тут такие вот, я вижу, резиночки, типа каучука, чтобы держались удобнее, наверное, не сползали. Вот. Что пишет у нас тут? Гидрофобик, анти-блурей. Угу. Давайте протирать их. Вот. Марка Минель. Ну, это хорошо будет, я думаю, водителям. Вот. Как, ну, производитель, насколько я помню, утверждает, что в них можно смотреть сквозь туман.
Вот антиблик у них там, то есть на солнце, понятно, не бликует. Можно использовать для рыбаков, охотников. Ну, такие прикольные. Ну вот и все, друзья. Подписывайтесь на канал. Будем делать дальше анбоксинги. Я думаю, будет интересно. Ставьте лайки. Пока-пока.